Весной следующего года в Алматы откроется второй молл «Апорт-Ист». Его площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено создание 5000 новых рабочих мест, зеленых и пешеходных зон, а также парка для активного отдыха. В комплекс молла войдут и социальные объекты, поскольку в его радиусе уже сейчас возводят около 1 000 000 квадратных метров жилья. Первый молл-апорт открылся в восточной части Алматы в 2009 году и оправдал все ожидания. В месяц его посещают свыше 1 000 000 человек. 75 международных брендов впервые привезли в Казахстан, в Алмату, на радость жителей. Причем это международные бренды с таких стран, как Франция, Турция, Россия, Китай, Ближний Восток. И сегодня эти бренды стали лидерами в своих категориях. Проектом предусматривается 2000 бесплатных паркомест. Торговые павильоны займут половину площадей. Другая половина отводится для семейного отдыха и развлечений. В нем будут кинотеатр, киноплекс 16, IMAX, Халкбанк с самым большим экраном и площадью 6700 квадратных метров. А также крытые и открытые аквапарки с пляжами на 25 тысяч квадратных метров. Учитывая, что в радиусе нового молла в западной части города уже построено около 1 000 000 квадратных метров жилья, разработчики проекта предусматривают создание и социальных объектов. Мы хотим полностью обеспечить казахстанскую, обычную казахстанскую семью в одном месте всем. То есть мы планируем открытие ЦОНа, гостиницы, мы планируем открытие медицинского центра. В этом году молл-апорт на Райымбека отмечает 13-летие и через неделю, 17 сентября, ждет своих гостей с множеством сюрпризов, концертом с отечественными звездами, подарками и розыгрышем трехкомнатной квартиры. Назгуль Бошан, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.